19 января 2016 года в полицию Засвияжского района обратились несколько автовладельцев с заявлениями о порче колес их автомобилей, припаркованных во дворе домов по улице Булкова. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Сейчас по данному факту проводится проверка, определяется, кто мог причинить вред автовредителям.